Гигантский замок из песка, претендующий на мировой рекорд, построила команда мастеров на берегу бразильского залива Гуанабара. Шедевр устремился ввысь на 12 метров. Трудились над ним почти неделю. Впрочем, к концу дня замок разрушат. Его возвели только ради того, чтобы он попал в Книгу рекордов Гиннесса. Автор сложной конструкции – американский мастер по скульптуре из песка Расти Крофт. Воплощала эту идею в жизнь команда из 15 умельцев. На постройку замка потребовалось 20 грузовиков песка. Корпорация, выпускающая крупную спецтехнику, частично спонсировала творческий проект. Да, замок из песка и воды. Снаружи по нему распылена очень тонкая смесь для защиты от ветра. Это устойчивая постройка, а в конце дня мы снесем замок, и вы увидите, что это просто вода и песок. Местные жители пользуются недолгой возможностью запечатлеть песчаное произведение искусства на свои смартфоны. Они сказали, что это просто вода и песок, и мы в этом сами убедимся, не так ли? Мы полюбуемся недолго, но оно того стоит. Это просто фантастика. Фантастика. Представители Книги рекордов Гиннесса уже измерили замок, однако результаты замеров будут известны не сразу. Мы хотели побить мировой рекорд Гиннесса. Сегодня утром были сделаны замеры, но результаты мы узнаем через несколько дней. Потом мы сообщим их, когда опубликуем наше видео. Шедевр возвели на побережье залива Гуанабара в городе Нитерой, расположенном напротив Рио-де-Жанейро.